все мы с вами живем вот в это несчастное время. Кто же падает, там танки ходят, потом не надо на меня орать. Я могу здесь уйти сейчас, какие-то улицы, вы будете сами разбираться. Поэтому не кричите на меня. Войну сейчас, никто, к сожалению, прекратить не в состоянии. Послушайте вы, дайте мне послушать. У меня снаряд разорвался в 5 метрах от меня на втором этаже. Мне ребенок был 5 лет от роду. Вместе со мной, поэтому не надо меня орать. Я все то же самое выслушаю. Все, помолчите. Послушайте. Войну сейчас никто, к сожалению, не прекратит. И эти обстрелы сейчас, к сожалению, их невозможно прекратить. Сейчас люди там точно так же самые гибли. И защищают нас с вами, стоят там сейчас на передовой. Поэтому послушайте. Все вопросы по поводу техники, которая там сейчас, возможно, где-то выезжает и стреляет с Октябрьского поселка, все это будет под контролем. И будут только соизмеримые ответы на украинские обстрелы. По поводу сейчас эти обстрелы, не бывает чудес, к сожалению. И обстрелы сейчас прекратить никто, даже Захарченко, не в состоянии. Послушайте, это война, и, к сожалению, она идет. Если вы хотите, чтобы шел обстрел по центру, но это вопрос не ко мне, а к украинскому правительству. Уезжайте туда, попросите, чтобы... Да послушайте, вот! Я вам говорю, что да, все эти вопросы они поставят под контроль, и всю эту технику, которая там стоит, будет под контролем. И будет отвечать только на соизмеримые там выстрелы этих кохлов, ребята. Послушайте, дальше. По поводу люди сейчас все переживают, как там оставаться и как там находиться под этими обстрелами. Конкретно я, ну, не знаю, вот влип я в такую хреновину, нахер бы мне вроде бы надо было, но попало то. Меня познакомили с министром соцполитики, дали соответствующие номера телефонов. И все люди, которые сейчас нуждаются в переселении, сейчас конкретно с Октябрьского поселка, не имеют возможности финансов и прочее, и не хотят уезжать куда-то далеко, пожалуйста, на мой номер телефона звоните, давайте мне списки, кто, может быть, кто-то не в состоянии сам переехать. Подождите, обращайтесь ко мне, я буду передавать эти списки министру соцполитики, и все эти люди мне пообещали, что все люди, которые хотят переехать, будут переселены с этого города. Какое общежитие, да, если ты хочешь, чтобы тебе сейчас подарили квартиру, но никто не подарит, выше головы не придешь, к сожалению. Все вопросы. Послушайте. Если я выйду с машины, я меня не будет слышать микрофон, поэтому я сижу. Вот. По поводу имущества и спокойствия граждан за свои дома и квартиры. Да. Сегодня вот со мной человек сидит из комендатуры. Поставили на уши там всю эту комендатуру. И пообещали и сказали, что все пункты металла, которые сейчас открылись, и по прямым металлопунктов этих всех, и по поводу продажи там спиртного, вот, можете продавать соседям, чтобы сейчас уже уходили в бега, потому что их сегодня уже там не будет. Где они там будут закрыты на какое-то количество времени, это уже другой вопрос, это вопрос уже их безопасности и жизнедеятельности. Вот, послушайте. И с сегодняшнего же дня пообещали, что будет патрулирование улиц, и все люди, которые будут замешаны хоть в малейшей какой-то краже и прочем, будут очень строго наказаны. Вот. Это все, что я слышал. 99. Ну тут я слушаю. Так, при этом у меня ручки все, давайте.
Полковник, командирский рот, это ж не говорит о том, что будет переселять на соседей. Комендантские роты и патрули будут патрулировать. К сожалению, с этим вопросом здесь решить нельзя. 099, 031. Ноль 99 0 31 57 67. Меня зовут Алексей. 57. Нет. Это тоже, как и вы. Вам сказали номер телефона. Заходите, заходите, позвоните. Я возил инициативную группу в количестве 11 человек в главе государства. И вот этого человека, он